Всем здравствуйте! Это я, пенсионерка из Крыма. Я не могла не показать вам это невероятное восхождение лягушки на вершину ворот. Вот посмотрите, как она карабкается. Зачем ей туда? Вот зачем она туда лезет? Скажите, пожалуйста. Это же скалолазка, а не лягушка. Я всегда думала, что лягушки на такую высоту не могут залезть. Они наземные животные. А тут посмотрите, что творится, да? Вот дает скалолазочка. Отдыхает. Ах ты моя хорошая, куда тебя несет? Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы не упасть. Разобьется ведь, высота-то большая. Вот она, вот она, вот она. Подъем совершает. Видите, как высоко? Ну, вот, понесло ее туда. Интересное событие. Не могла им не показать такое. Взобралась на самую вершину. Вот. И будет отдыхать. Да, отдыхает. Нормально. Не смогла я включить ночное видение. Надеюсь, вам тоже было интересно. И, конечно же, я не могла не показать вам свою ванилу фрайс. Это мое восхищение. Я ее только весной посадила, и она у меня зацвела. Такая красота. На этом я с вами прощаюсь. И помните, самое главное – это здоровье.